Урок патриотического воспитания начался с показа фильма о назначении специальных отрядов быстрого реагирования. Память о погибших за Родину – минута молчания. Бойцы СОБРа продемонстрировали кадетам образцы вооружения и экипировки. Еще 5 лет назад это оружие считалось секретным и применялось только спецвойсками. Будущим защитникам Отечества разрешили подержать штурмовые автоматы и пистолеты. А некоторые ребята смогли ощутить на себе всю тяжесть бронежилета. К слову сказать, весит он 15 килограмм.